Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы будем снять трава, которая лечит импотенция. Так что посмотрите. Погнали. Это наша Али, наш оператор. Мы сегодня эта трава найдем. Они бывают основной вот тут, в море. Сейчас мы его будем искать, я вам покажу, что за эта трава. Вы можете его заварить, пить чай. Это очень хорошо действует, просто супер. Дорогие друзья, мы нашли эту траву возле моря. Они полно. Ну, может быть, другие места тоже есть, но возле моря я его быстро нахожу. Вот смотрите, вот эта трава. Это называется сыть. Это называется трава сыть. Надо его заварить, пить чай. Лечит импотенция. Это супер лечение. Это Всевышний создал. Для нас мы просто это не знаем, а я сейчас вам говорю, чтобы вы узнали. Это лечит импотенцию. Она везде есть. Смотрите, они везде есть. Просто никто его не знает. Я просто говорю вам ценные вещи. Я вам говорю ценные советы. Вы должны это использовать, дорогие мои друзья. Мы его сейчас будем. Александр, чем я буду набирать дорогие мои друзья. Стараюсь всегда вам дать хорошие советы, полезной информации, чтобы вы тоже делились со всеми, дорогие мои друзья. Не надо просто смотреть, если у вас нету этих проблем, это просто глаза не надо закрывать. Делитесь в статусе, делитесь в сторисе, везде надо делить его, везде надо делить, чтобы люди увидели, которые страдают, они чтобы увидели. Я делаю это ради Аллаха я вам помогаю, и вы тоже ради Аллаха помогите другим людям, чтобы они увидели, нашли свое лечение, понимаете? Вот сейчас в данный момент такой момент, у никого нету денег, не знаю, там нехорошие времена, короче, чтобы все увидели, что это чудо создал Всевышний Аллах. Кроме Аллаха нету никакой силы. Единственное, Аллах нам поможет. Кто скажет Аллах, ему в этом жизни всегда повезет. Кто будет бегать за деньги, кто будет бегать за богатство, у них никогда не получится. На чего способен Всевышний? Чтобы они поняли, что Аллах самый сильный, Аллах един. Кроме Аллаха никого не надо наклоняться. Надо держать всегда Аллаху. Алей, что скажешь? Подпишитесь на канал. Олег говорит, подпишитесь на канал. Я советую всем ходить в море или, не знаю, там, в природе. Вам надо просто ходить, просто дышать свежим воздухом. Надо сидеть, отдыхать. Надо вот постоянно это делать. Это для тех людей, как касается, которые у них есть панический атак. Не знаю, там нервы, у кого нервы не в порядке, да, вот. Они чтобы постоянно, чтобы ходили в природе, в море, если есть у вас. Надо ходить, надо успокаивать нерв, это обязательно. Постоянно, если сидеть дома, постоянно видеть одно человек, лицо, одно лицо, каждый день увидеть, каждый день одна работа, каждый день одно и то же, это тоже не получается. Не забудьте никогда, зарабатывать денег, это всегда можно. Но найти здоровье, это очень сложно. Так что следите за своим здоровьем, берегите себя. Если вы не будете следить за собой, клянусь Аллахом, никто не будет следить за ваше здоровье. Никогда. Так что берегите себя, берегите со здоровья. Так что Азия всегда с вами. Хорошая, полезная информация я всегда дам вам. Дорогие друзья, я вам еще кое-что скажу. Если кто-то хочет следить за здоровьем, в первую очередь надо следить за зуб. Вот мы заварили сыть и еще лук, вот этот, как она, шлуха, лук. Лук говорит, шлуха говорит, кляпжик говорит, что говорит. Вот это я вместе я заварил, короче. Смотрите, свет, смотрите, какая огонь. Это просто невероятно свет, просто огонь. Следите за здоровьем, дорогие друзья. Значит, у вас тело все должно быть в порядке. Поэтому, если вы будете бережать ваши зубы, если будете зубы следите.